начало командно-штабного учения. Повторяю, в 9:06 получен сигнал. Что делать, если произошло ЧП? Наша область участвует во всероссийской тренировке. Сотрудники МЧС отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях на объектах транспортной инфраструктуры и ЖКХ. Как сообщают в пресс-службе тревожного ведомства, учения проходят в два этапа. Сначала проверяется умение быстро реагировать на возможную чрезвычайную ситуацию, а затем оценивается работа по ликвидации последствий возможных аварий. Безусловно, понятно, что мы вошли в зимний период или планово, скажем так, входим. И основными рисками у нас являются риски возможных происшествий, прежде всего, на дорогах федерального, регионального и местного значения. Связаны они могут быть не только с дорожно-транспортными происшествиями, но и со всевозможными заторными явлениями, вызванными там обильным гололедицей, обильными снегопадами. Ну и, безусловно, все эти температуры, которые у нас переходят через ноль, вызываются серьезными порывами ветра. А это риск на объектах жилищно-коммунального хозяйства, риск на объектах энергетики. Поэтому, исходя из этой вот тематики вопросов, целью и ставится еще раз проверить готовность органов управления к правильному принятию управленческих решений, подчеркну, органов управления территориальной подсистемы РСЧС. В рамках учений спасатели отработают случаи возникновения происшествий на автомобильных и железных дорогах и оценят свои силы в ликвидации последствий крушения воздушных судов.